Ранее от налогообложения освобождались грибные лодки, а также моторные лодки с двигателем не выше 5 лошадиных сил. Теперь же, с 1 января 2020 года, облагаться налогом будет любое судно, числящееся в реестре маломерных судов. И все суда, подлежащие регистрации, должны быть занесены в реестр. Если эти суда будут не зарегистрированы, то действия судоводителей, управляющих этими судами, подпадают под действие соответствующих статей Кодекса административных нарушений Российской Федерации. И с июля этого года санкции за подобные нарушения увеличились и увеличились очень значительно. В частности, статья 11.8 Кодекса административных правонарушений. Она так и называется. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления. И часть третья. Управление судном, в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, не зарегистрированным в установленном порядке, либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Судно, не подлежащее регистрации, налогом не облагаются. К ним относятся катера и лодки весом до 200 кг и мощностью мотора менее 8 кВт. Но если они до сих пор зарегистрированы, у владельцев есть еще время, чтобы снять судно с учета. Это можно сделать, обратившись в Центр государственной инспекции по маломерным судам Тамбовской области или через портал госуслуг.